Приветствую вас. Сегодня попытаюсь показать вам, что можно все-таки сделать, улучшить нож MacWalker. Забыл уже точно модель, кажется, 7098. Смысл видео в том, чтобы показать, что у ножа можно сделать его немного удобней. Дело в том, что в оригинале он имеет два ряда. Из-за этого он толстый, ну, он реально толстый. И второй ряд это такая вот пила, вот, которая, в общем-то, ну, с моей личной точки зрения, ну, просто не пригодится на практике, скорее всего. Потому что не раз за всю жизнь мне вот такая пилка не нужна была. Потому что на природе, например, какую-нибудь ветку мы когда... Нужно ее отпилить, мы ее обычно просто вот надламываем, вот так вот. А те волокна, которые не отламываются, их можно просто самим лезвием ножа отрезать. Поэтому пила в любом случае, думаю, будет излишней. Но она очень тяжелая сама по себе, она тяжелая такая по весу. И тут еще вот есть такая вот вставка со стеклобоем. Вот она тоже вот, ну, не знаю, где-нибудь... 1/4 веса занимает, может быть, даже 1/3, не знаю, на весах не взвешивал, но она реально очень тяжелая. Кстати, небольшая заметка, да, действительно, он оказался полностью обработан камнями, то есть все краешки везде закруглены, то есть вот внутри, снаружи, каждая вот такая вот плашечка, она везде закруглена вообще, вот везде это стоунвош обработка идет. Вот такого я даже не видел в швейцарских ножах Victorinox, потому что у них вот эти плашки, они, например, без стоунвош обработки, за редким исключением. Кстати, есть исключения, да, у некоторых моделей, но, опять же, они не все такие идут, только средние боковые все равно идут без такой обработки стоунвош. Вот, клипса тоже очень такая классная, тоже стоунвош обработка вся. Вот, на каждом инструменте по две шайбы на каждом инструменте, вот. На вот этих вот маленьких, а на пиле и на лезвие целых 4, по 2 с каждой стороны. То есть 4 шайбы на каждый инструмент, на лезвие и на пилу идет. Причем одна шайба латунная, вторая медная. То есть медная плюс латунная. Впервые такое, опять же, встречается мне в ноже. Обычно либо это подшипник, либо просто латунные шайбы. А чтобы вот ставили 2... Первый раз я такое увидел здесь. Вот, смысл в чем? Я убираю вот эту вот штуковину. Потому что стеклобой, ну, автомобиля у меня личного нет. Езжу на них редко. Ну, просто я думаю, он, скорее всего, мне не понадобится. Надеюсь. А облегчить стекло есть смысл, потому что ножик реально маленький. И единственный смысл его применения, это просто вот носить в кармане на каждый день с собой. Из-за своих малых размеров он будет очень удобен. Но он очень тяжелый и толстый. Поэтому обесмысливается вот второй его ряд, который придает огромный вес. Поэтому вот эту вот штуку я решил попробовать заменить на пластик. То есть легкий-легкий пластик. У нее был тут вот небольшой такой выступ. Пришлось его убрать. Чтобы он был такой же, как этот. Потому что пила бы в него зашла, а лезвие ножа бы в него уперлось и никак не заходит. То есть убираем выступ на вот этом черном. Каждую направляющую с двух сторон стачиваем на нужное количество. Боюсь сказать миллиметров. Нет, там не миллиметры, там доли миллиметра. И нужно рассчитывать с помощью штангенциркуля и калькулятора. Потому что здесь все настолько точно сделано, просто вот, ну, очень-очень точно. Прецизионный ножик, так сказать. Дальше. Дальше. Тут у нас такая вот штуковина есть. Значит, две направляющие оставляем. Вот. И какие были варианты? То есть, либо оставить их две, и отказаться от одного из инструментов. Но тогда было бы некрасиво, потому что в каждой плашке есть вырезы. Так вот, сейчас я покажу, чтобы было понятно, да? То есть будет некрасиво.
Так. Либо ставить вот эту тяжеленную штуку и сделать вырез. Но вырез пришлось бы сделать вот настолько сложный и фигурный. Ну, думаю, трудоемкость просто чрезмерная. Ну, зачем так над собой издеваться? Это слишком тяжело. Можно, можно, конечно, но зачем? Вот, поэтому, думаю, самый оптимальный вариант, чтобы долго не копаться, просто вот эту дополнительную направляющую, мы ее просто вот сверху. Ну, придется, да, придется вот так вместе сверху наложить. Вот, и тогда у нас сохраняются два дополнительных инструмента, отверточки с открывалками. Вот. И никакого ущерба функционалу, в общем-то, нет. Единственное, что будет вот две направляющих с одной стороны. Немножко неэстетично будет смотреться сбоку или сверху, снизу, или с торца, но зато наиболее легкий способ. В общем, каждую втулку с нарезанной с двух сторон резьбой пришлось сточить. Немножко сточить бугорок вот на этой вот штуковинке. И немного я убрал выступ у замка, чтобы он не мешался. Чтобы было удобнее его держать в руке. Ну, сейчас попробую его собрать. Посмотрю, не допустил ли я где-нибудь ошибки, может быть, мелкой. Смотрим. Ну вот, нож собран. Не ожидал нас, что так все получится хорошо. Можно сказать, идеально рассчитал. То есть никаких даже малейших косяков я не наблюдаю. Что интересно, почему-то после пересборки клинок... Ну, я специально ничего не делал, он встал по центру. Не знаю, почему так получилось, но действительно он теперь по центру стоит, хотя я специально его не центровал. А теперь он, смотрите, какой тонкий стал. Вот. Вот его теперь реальная толщина. Здесь блестит, сверкает. Такой блестящий клиночек у него. Так. Ну и давайте покажу уже более крупным планом, как теперь выглядит рукоять. Вот такая у него ручка теперь. С другой стороной. Он теперь реально очень удобный. Ну, отличный ножик, хочу сказать. Просто отличный. Так, ну, в общем-то, вот и все. Можете теперь тоже сделать такой даунгрейд.